Мария Дмитриевна, если роды, где она принимала своих гостей, здесь было чаепитие, и вот видите, столик для занятия те рукоделием, велись интересные беседы. Мария Дмитриевна, она была достаточно образованной женщиной, увлекалась искусством, литературой, и даже говорили, что Карл Васильевич после родов не принимает ни одного решения, посоветовалась с женой. И здесь в центре это Софья Апраксина, это не Мария Дмитриевна Сироды, портрет которой сохранился только в акварельном варианте. Это небольшая акварель, как вы знаете, акварели мы не выставляем в постоянной экспозиции, потому что они выцветают. И ну, для того, чтобы нам представить, как могла выглядеть хозяйка салона, первые вот, четверти 19 века, здесь представлен этот портрет, то есть открытые плечи, такая вот антикообразное платье, как туника, да, светлое. И напротив как раз и вот такое платье здесь и представлено.